Всем добрый день, багировцы. Я решила, короче, мои багирки и мои багировцы, решила вас выгулить сегодня. Девки, у меня чуть не случилась остановка сердца. Вы не представляете, пять минут тому назад я потеряла своих детей. Блять, кошмар какой-то. Что я пережила? Вы даже не представляете. Иди сюда! Я Осика взяла, в ушко оставила. Посмотрите, не можем нормально гулять. Посмотрите, что делается. Не можем мы нормально гулять. Иди стройно, сказала, и красиво, как мама. Ося! Блять. Потому что я иду в магазин, а в магазин с двумя собаками, наверное, не пустят. Сигареты надо купить. Еще это как вот в квартиру надо зайти с вами сейчас туда проверить. Не бойтесь, не бойтесь. Это что такое? Ося! Девочки, он никогда не кусался. Кошмар! Женщину схватил за ногу. Ося, это что такое? Блять, сука, за тебя еще штрафовать начнут меня. Намордник надо девочке купить. Да. Когда его стригли, ей списали намордники маленькие. Ему надо купить намордник. Да, девочки, а что делать? Одевали его намордник. А что делать? Смотри, что делается. Что делается, а? Ося! У меня Марточка никогда так не делала. Вот это да! Короче, я, девочки, пошла выкинуть мусор. И коврик, который лежит в подъезде, он очень был грязный. Его надо было почистить щеткой. Ну, взяла, выкинула мусор, пошла к мусорке, вытряхнула коврик, взяла щетку и почистила его. Почистила, захожу домой. Вроде бы дверь защелкнулась, а вроде бы не защелкнулась. Тут позвонил телефон, телефон стоял у меня на зарядке. Я пошла, схватила телефон, засранец. Только схватила телефон, девочки. Дверь открылась. Видимо, на этот на защелку я, короче, не защелкнула телефон. Дверь открылась. Выбегают мои друзья. Как вы думаете, куда? Подъездит дверь открытая. Угадайте трех раз. На улицу. У меня остановилось сердце. Все пиздец. У меня, знаете, какие мысли были? У меня сразу, знаете, какие были мысли? Сразу мысль у меня какая была, что сейчас Буски запиздярит какой-нибудь кобель, и все, девки, и придется делать аборт. Да, я так и думала, что придется делать аборт. Вы не представляете, у меня дыхание перекрыло. Я ничего не думала, я не думала, что они там под машину попадут, тут машины сейчас и нету. Или еще что-то, да, большие собаки загрызут, тут тоже собака, ну, не наблюдается. Думала, придется делать аборт, блядь. Ой, я, короче, я говорю по телефону. Вы извините, говорить я не могу, у меня убежали собаки. Девки, я бегу. Бегу, ору. А они по двору бегают, блядь. Буся, говорю, домой. Она сразу домой. Буська очень умная. Кто там? Кто там в кустах? Буська умная, девочки. О, ежик, девчонки, вот он. Тихо, 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 тихо. Смотрите, вот он, девочки. Еж. Смотрите. Гляньте, 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 гляньте. Оська хотел на него напасть. Разве можно на него нападать, дебил, блядь? Посмотрите, девочки. Посмотрите, какой красавец. Рычит, рычит, смотрите. Рычит. Ты куда пополз, осранец? Маленький. Смотрите. Это ежиха, наверное, девочки. А может, и еж. Я вам про него говорила. Он, короче, знаете, где был? Напротив, тут в кустах. В прошлый раз. Ежик. Ежик ползает. Ага. Ежик. Я его видела в прошлый раз там. Вон там, напротив.
Ой, бедный, дышит, ни хера не вижу. Дышит, боится. Да. Какая вы с ним не разговариваете, он может укусить. При чем? Как тебя зовут? Осик. Осип оф лайф его зовут. Как смотришь. Красавец. О, бежит, бежит, бежит. Девочки, короче, это... Ой, сейчас расскажу, подождите. Ну что, убежали два сорванца. Я кричу Бусику. Бусик бежит домой в подъезд. Этот гуляет. Пока там все кусты не обоссал, едет машина. Ладно, он убежал по цветы. Я уже вышла. Бусика закрыла в подъезде. Этот... Я говорю, иди-ка сюда. А он не идет ко мне. Он ссаться там хочет, видите ли. Ну, я подошла к нему и, короче, взяла его на руки. Вот так. Детки, что я пережила, вы даже не представляете. Взяла. Домой сейчас завела. И все. Его сейчас взяла домой гулять, а Бусик оставила, короче, в комнате там, в столовой. А потому что в зале невозможно. Вы знаете, что делает Бусик? Бусик открывает лапой купейную дверь. Бусик не может ее открыть. А Бусик мощными своими лапами купейную дверь закрываешь, а она ее. Для нее как семечки. Бац, и все открыла и бежит. Мы сейчас уходили, и так она ревела там, скулила. Не ревела, скулила. Ага, сейчас, наверное, всю дверь там не отберет. Ну, я ей, блядь, устрою пускину, мать. Вот так, девчонки. Караул, вот такая катастрофа. Думала, придется делать аборт, блядь. А что, вот так бы запиздили какой-нибудь ей. И все. А я ее сейчас и не взяла. Не знаю, записывать видео, не знаю, в магазин пустят или не пустят, да? А если кобель какой-нибудь пристанет, потом не отмашешься. А когда сука текет, и кобель, если стоит кобелей, могут даже хозяина загрызть. Вы думаете, что это очень опасно. Сечкой выгуливать собаку. Да. Вот такая история. Девочки, хотела же мыть окно прийти, да? А что смысл мыть окно? Пыли полный вагон еще будет. Смысл? Я не вижу смысла. Хорошо, что я не пришла, не мыла его. Вымою потом. Правильно? Девочки, вот что он сейчас сделал. Сделал. Вот. Постелил, короче, сэндвич-панель. Видите? Нанес грунтовку. Угу. Грунтовку нанес. На пол, на бетон. Постелил сэндвич-панель. Вот это фольгой все, видите, по краям. Это Владка сказал, надо обязательно сделать, потому что бетоном, когда будешь заливать, цемент тут будет расходиться этот. Ну, этот. Вот это пескобетон. Ой, вот это все. И, короче, видите, запенил. Как бы там везде дыри все заделал. Это потом он срежет все. Угу. Сделает бордюр из доски, закроет плиту пока временно и будет заливать. А пена, наверное, я не знаю, наверное, потратила еще. Я вообще ничего не знаю, девки. Я ничего не знаю, короче, вот так сделал. А там он оставил, нет? А вот оставил кусок, кусок еще остался этого сэндвич-панели, девочки. Потом под плиту. Вот такую красоту, видите, наложил, чтобы это на полу лежало все. Вот, мастер у меня, фломастер. Ой, этот ревет, блядь. Домой теперь пошли. Из домика в домик, девочки. Я не знаю, когда это все закончится. Ой, девочки, не знаю ничего. Пошла я. Так, все. Так, станция. Этот пиздюк потерял свою законную жену.
Девочки, мы, короче, это... Пошли, блядь. Иди-ка сюда! Иди-ка сюда, блядь, а! Что за жизнь, а? Невозможно вообще. Ищет Буську. А то не знаю, что зверей сделала. Сейчас пойду сигарету куплю. Не знаю, в ближайшую аптеку зайду. Насчет гиптрала здесь будет или не будет. Если не будет, значит завтра поеду, блядь, в пизду. С утра. Иди сюда, сказала! Бесишь ты меня. Бессовестный. Стригулист! Все, буду вас загружать. Пошли мы, в пизду, надо быстрее идти. Иди сюда!